Привет всем, с вами Битарт671, поэт, философ и музыкант. И в этом ролике я буду играть за Одина в игру Heroes Evolved. Внешний вид, конечно, у него чем-то напоминает Курта Кобейна. Посмотрите на его аватарку. Ну прям вылитый. Вот, собственно, какие здесь силы у него. Первая сила — это Ice Barb. Короче, он наносит дополнительный магический урон. И в дополнение каждый третий удар замораживает цель. То есть очень полезная вещь. Иногда, когда ты бежишь за кем-то, и кто-то от тебя пытается удрать, ты просто бьешь по человеку, например, третий раз по спине ему, да, и все, он замораживается. Звучит так странно, по спине ударить. Вот. А второй скилл называется Fiery Shield. Вот, собственно, я так и не понял, что он делает. А, короче, защита от... атаки. Блин, что-то подвис экран. Или нет? Сейчас посмотрим. Да, частично. Частично увеличивает твою силу, да, и при этом наносит урон кому-то. Например, в этой шкуре посмотрим, что можно сделать с ней. Походу, она меня сейчас убьет. Да, убьет. Блин, не надо было с ней драться. Ну ладно, это ерунда. Что-нибудь надо купить нам, наверное. Броню или... скорость или... ловкость или силу. Хрен знает, наверное, броню. Мне кажется... брони много не бывает. Отправлюсь-ка я сюда. Конечно, одному против двоих сложновато будет. Но куда деваться. Так вот, третий скилл какой? Это прыжок. Прыжок. И тоже отличная вещь. Догонять кого-то. Блин, спрячусь за башню, что ли? Сорян, на пару сек отходил. Буквально. Так, прокачаю первый скилл, потому что он полезен. И пойду на всякий случай назад, что ли. А то эта чувиха с драконьими крыльями может меня убить, наверное. Conquer the world. Only then can you call yourself a hero. Ну, я думаю, что мы уже проиграли, потому что счет не самый хороший. 1-7. Арес несколько раз слился, 4 раза. Лили 3 раза, я 1 раз. То есть
Команда опять неправильно сбалансирована. В прошлый раз она была неправильно сбалансирована, но в нашу сторону, поэтому мы тащили. Потому что соперники у нас были вообще никакие. Да что такое? Почему она не идет сюда? Короче, что-то она там мутит. Мне кажется, она строит мне ловушку. Я не знаю, может быть, на центр пойти, помочь, попытаться кому-нибудь. О, у нас, кстати, тоже тёлка есть с драконьими крыльями. Ну, короче, хрен знает, что делать. Ну что-то вот так вот выжидать как-то отстойно. Одного убил, но второй успел меня захватить с собой. То есть не самый лучший, короче, момент получился, вернее даже эффект. Да, так, что бы прикупить? Наверное, куплю армор за 1400 и все на этом. И в следующий раз, наверное, буду копить на что-то уже дающее, наверное, дэмэдж какой-нибудь. Сейчас посмотрим, что у нас тут дает дэмэдж. Так, 12 дэмэдж, 300 health, 62 дэмэдж. Блин, я не знаю, может быть. Или, может быть, все-таки жизнь прокачивать, потому что вроде этот перс, он находится в самом начале списка, то есть там три колонки. Одна колонка для агилити, да, вторая вроде как для магии, и Самое первое это как здоровье, короче, да. Нет, не здоровье, сила, strength. Но мне казалось, например, в доте, если ты прокачиваешь силу, то у тебя прокачивается и здоровье, то есть такой универсальный вариант. Conquer the world. Only then can you unstoppable. An enemy has been slain. По тупости помер, потому что я забыл, что башни вот эти, которые здесь стреляют, они стреляют не по миньонам в первую очередь, как, например, это бывает в Лиге Легенд, да, а
по тому человеку, который ближе находится. То есть неважно, кто это там, игрок или миньон, либо еще что-нибудь, да, что может быть еще, я не знаю. То есть то, что ближе находится, потому оно и фигачит. Поэтому, когда ты атакуешь врага, башня сразу же автоматически переключается на тебя. То есть тут так по-хитрому сделали. Так, куплю, наверное, эту штуковину, которая дает агилити. Поэтому лучше всего не делать, как я. То есть не прыгать за кем-то. Иначе вынесут. Вот этот рак хотел пойти, но потом передумал, потому что, видимо, он уже видел мой опыт. И он знает, что это не самый лучший... Не самый лучший вариант. Девка с молотком. Частично похожа на какую-то там собачку или... Я не знаю, кто там был в Лоле. Там, короче... А, Поппи зовут ее, да? Там девка такая, полусобачка, что ли, полукарлик. Бегает с молотком. Нас прижимают все ближе и ближе. Что, погнали. Зря погнали. Я и не убил этого чувака. Видите, совсем чуть-чуть осталось. Вернее, чувиху. Чуть-чуть совсем осталось хелсов. И тем не менее, когда ее убили, эта смерть засчиталась не мне. Сорян еще раз. Опять пришлось отходить. Кстати, если нажать на кнопочку Travel Stone, я недавно узнал, то появляется у тебя лошадка. Ты, короче, гоняешь на ней некоторое время, но недолго. И почему-то восстанавливается эта сила очень-очень-очень-очень долго. Вот видели, да, заморозил только что эту шкуру. И, наконец-таки, еще одно убийство у меня. Долго ждал, конечно. Анубис, сваливаем. Куда ты пошел? Он нас уделает. Там лужица смертельная. Блин, ну он пошел, короче, наверное, в смерть. Смертельная лужица. Так, вернусь назад. Куплю дубину. Ну, короче, я так частично покупаю то одно, то другое. Потому что бывает, смотришь там, например, на две перчатки за 450. Они дают скорость по 20% атаки каждая, да? И потом превратить, например, эту перчатку в какую-то другую вещь стоит еще, например, 2 или 3 тысячи. И получается так, что ты покупаешь другую вещь, которая более крутая вроде как. Там какая-нибудь голимая пассивка, и в целом оно... И в целом оно ни хрена не дает. Ты просто так тратишь деньги. Проще на самом деле покупать по мелочи. По мелочи покупать. Вот и нас добила девка с молотком. Такие дела.
who sacrifice themselves in war will never die. Опять отошел, потому что кошка никак не может определиться, куда она хочет. То в комнату, то из комнаты. И я, короче, то туда, то сюда, потому что она мяукает. Вот сейчас она опять хочет наружу. Я только что ее как раз-таки впустил, и она опять хочет выйти. Мне не получится, мне, наверное, сражаться против толпы. Они меня вынесут только так. Не наступай в лужицу, чувак. Лужица кровяная, она опасная. Он типа сигналит, чтобы я прыгнул. Но я прыгну, да, а потом на меня напрыгнет та девчонка с молотком, и все. И считай, я себя потрачу. Опять это лужица. Миньоны дохнут на ней прямо, как мухи. Вот это шкура пошла, короче, к нашей верхней башне. Сейчас попытаюсь ее остановить, но она прокачалась, мне кажется, она меня вынесет. Видите, она уже что-то там задумала. Заберу ли башню, или меня заберут? Еще неизвестно, какая компания, то есть команда против нас. Что для них больше приоритетно? То есть бывают такие, которым вообще насрать на то, что сломали им башню, не сломали. Типа, а фиг с ней. Главное, что не меня убили, да, главное, что у меня меньше смертей будет в конце показываться, да, то, что там башню твою сносит. Это все, это как бы фигня, да. Вот. Блин, что-то не покупается. Нажимаю, не покупается, потому что у меня что? Потому что я коплю на что-то другое. Видимо, да, вот, наверное, на... наверное, на это. Потому что я частями покупаю, да, то есть от разных вещей. Не комплект, да, какой-то сразу, а по чуть-чуть оттуда, по чуть-чуть из другого места. Так... Ну куда ты, краб, пошел? Ты же по лужице прошелся, да? Тебе немножко жизни отняло. Ну, короче, мы всосали только так. Кто-то предлагает сдаться. Блин, два человека согласилось. Прошлая катка была у меня как раз-таки за Одина. И мы вначале проигрывали, а потом затащили... Но я пока что не знал, как за него играть, даже примерно. Поэтому я знакомился с ним, с его скиллами.
Да. Вот. Четвертый скилл. Он, короче, вытаскивает... вытаскивает меч, короче, какой-то, да, и фигачит. Фигачит мечом, то есть, типа, призывает, что ли, силу какую-то там с небес. Ну, вы видели, да, такая вспышка красивая. Сейчас у меня она пока перезаряжается, и поэтому против двоих я не выстою 100%. Я не знаю, на что они рассчитывают, особенно этого дурачка, который лужицу пускают. Но мы не убьем его, мне кажется, потому что... У меня еще нет той силы. Он прям ведет меня к этой лужице. Но тем не менее удалось. Удалось кое-как. Почти сам помер. Но убил его. Так, ты купил всего. Накупил всего, да, а места теперь нет. Надо определиться с чем-то. Так. Значит, буду копить на вот этот меч. Двойной меч за 1700. И у меня нет ботинок тех, которые ускоряют твое движение. Поэтому я очень медленный. Скорость 480. Если сравнивать, например, с лоловской скоростью, да, то, конечно, высокая. Потому что там... как бы, ну, обычно, например, начально 345, да, и потом, когда ты покупаешь что-нибудь, там уже она 420-450. Они мне предлагают одному идти драться против двоих. Ну чё, прикалываетесь? Так, догоним, не догоним. Давай, давай, фигачи, фигач, фигач, фигач. Еее, дабл килл. Мой чувак Один с лицом Курта Кобейна тащит почти. Не совсем, но немножко как-то так убивает. Так, вернусь на базу. Рак почему-то здесь стоит, ничего не делает. Вернее, это Скорпион, да, это Скорпион, смотрите. И самое интересное, что у него есть и клешни нижние, да, и сверху еще руки. Так, что бы еще прикупить? Что бы прикупить? У меня есть палка эта. Что из нее можно сделать? Из нее можно сделать вот такую палку. Мега палку, да? Или надо брони купить? Блин, я не знаю, ребята, что купить. Куплю, наверное, броню. Она еще увеличивает немножко скорость атаки. Какой у меня счет? 6-0-5. О, у нас есть вообще бог Арес 0-17. Это просто божественно. Что надо сделать, чтобы было 0-17? Можно же как-то, например, к башням подходить и там прятаться около них. То есть даже я, когда сливался, мне кажется, у меня не было никогда 0.17. Но было, например, 1.17, да? Там или 2.17. Ну, блин, чтобы 0.17, это прям по-жесткому. Ну, может быть, он что-то делает другое полезное, я просто не вижу. Может быть, он там башенки сносит. Вот одна сверху вроде сломана. Но не помню, это, кажется, я вроде сломал ее. Ну, куда они делись? Ушли. Анубис, зачем ты сделал гору обходить ее? О, у меня уже 18 левел. Я не заметил, как быстро я прокачался. 18 левел, так, я ухожу назад. Потому что тут опасная лужица. Мы вдвоем не уделаем, мы их пошли назад. Я пойду полечусь пока, потому что спешить некуда. Да, что мы сделаем? Что ты там сигналишь, чувак? Ты не видишь? Мы вдвоем, их трое.
Нас вынесут, нам нужно около башни держаться. Фиг с ним, давай казарму просрем. Потому что иначе мы сейчас... А вот этого можно взять, наверное. Нет, нельзя. Нельзя брать его, потому что... Потому что он пустил лужицу. Подливу. Подлива у него едкая. О, чувачок с 12-м левелом. Класс. А, это и есть тот самый Арес. Он идет кормить, наверное, да? Ну, давай этого вынесем. Давай, Арес, давай, покажи класс. Я один его не вытащу. Лужица, короче, меня убивает. А, того чувака уже давно убили. Я просто думаю... Я думал, что он мне помогает, а он, оказывается, дохлый лежит уже. В этой лужице захлебывается. Ну, короче... Супер катка. Снова опять плохо... Плохо команда подобрана. То есть... Против нас играют слишком сильные. Прям вообще офигеть. Ну, блин, видят они, например, что у них там победы последние были. Ну, взяли бы не всех, например, про, а, например, одного, например, или двух про и троих днин. Это получается, все хорошо играют. И сейчас посмотрим, сможем ли вынести эту лужицу. Он лужицу пустил, короче, все, я не смогу ничего сделать. Я без помощи против лужицы. Итак, подведем итоги. Какие навыки у Одина? Первый навык — это Ice Barb. Да, что это? Короче, он бьет по чуваку, замедляет его. И третья атака у него типа замораживает. И плюс еще урон дополнительный магический, да. Вторая сила — это Fiery Shield. Это что такое? Это, короче... А мы увеличиваем себе немножко защиту, потом наносим удар, дополнительный дэмэдж 275, потом еще какие-то бонус-спеллы и еще дополнительно броня. То есть это что? Это типа у нас броня увеличивается, да? Показываю, да? Что еще? Heroic Rush. Это мы прыгаем вперед. И вроде как даже после прыжка у нас дается какой-то урон. 250 показывает. И следующее — это Godly Sword. Мы, короче, достаем из штанин меч. Меч, да. И фигачим, короче, по цели. И цель отнимаем, наверное, 400 здоровья, если, конечно, у него нет брони, защиты от магии и прочее, да. И что-то там еще было, но я не успел дочитать. В общем-то, мы проиграли. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, кто хочет, да. И ставьте лайки, если тоже хотите. Все, короче, пока.